Привет всем! В этот раз мы решили съездить на водопад реки Иргиз. Это переливное сооружение из бетонных блоков, там, плотина. Это переливная плотина, водопад, это Суласского водохранилища на реке Большой Иргиз. В общем, ни разу там не были. Вот решили съездить с Балакова в сторону Пугачева. Съездим, вам покажем. Поверните направо. От Балакова 40 километров примерно. Но там по проселочным дорогам надеюсь, навигатор нас приведет. Без проблем не заблудимся.
бригада нас привез к окончанию федеральной трассы и поворот на проселочную дорогу. Здесь Пугачевский район начинается. Вот. Сам знак Пугачевского района. Не знаю, 190 метров показывает по навигатору. И вроде как перепад должен быть. Поедем, поплутаем по полям Саратовской области. Навигатору мы заблудились, в принципе, как я и чувствовал. Мы встретили мужика в поле, объяснил, что надо возвращаться до деревни, где будет поворот налево. Сейчас так и сделаем. По месту прибытия в YouTube навигатор и выложили в описании под видео. Нашли мы наконец этот водопад. О, первый раз. Кажется, здесь, можно сказать, туристическая зона. Люди ночуют, целые палаточные городки. Сколько машин. Водопад. Ух ты. Что, впечатляет? Ну да, красиво. Да нет. Машина, это сколько лет назад? 20. Красиво, да? Ну смотри, люди в обуви ходят, с костом. И некоторые. Шлепка. Прокатился. Где? Поставили, прошли его. Раньше нам были лежали бетонные темы.
Он круг полетел. Круг полетел, он до него сзади не ребенок. А где кубочки? Там упал. А что, ты не достали? Там где мама пошла за What?
красавчик.